Привет, девочки, привет, мальчики, а также их родители, дедушки и бабушки. Сегодня в обзоре музыкальный орган «Парк развлечений». Орган имеет несколько режимов работы. Можно слушать звуки животных, веселые мелодии, ноты и плюс увлекательная игра подобрать мелодию, ритм мелодии. Работает от трех пальчиковых батареек. Яркий, красивый. Кроме стандартных клавиш, есть еще у нас кнопка смена режима работы данного музыкального инструмента. Есть кнопка громче, тише можно сделать. И вот эти животные можно нажимать, там тоже будет выполнять свои функции. Итак, у нас он включен. Если нажимаем... Тут понятно ноты. Если нажать на животных. Вверх, веселые качели. Я сейчас спускаюсь вниз. Поиграем вместе. На дереве яблоки спелые, красные. Кнопкой переключаем мой режим. И теперь... Здесь звучит мелодия, но надо при нажатии определенная. И при нажатии на поймать ритм. Вот идет следующая. Хоть на одну клавишу, хоть на разную. Надо поймать ритм или такт этой мелодии. Следующая пошла мелодия. При нажатии на... Так, веселые песни. И еще один режим. На каждой клавише звучит своя мелодия. Собачка, овечка. Тигр, коробка, слон. Вот такой веселый музыкальный орган «Парк развлечений». Я думаю, детям маленьким он очень понравится и очень пригодится. Если понравилось данное видео, ставим лайки. Если интересно, заходим на мой канал, смотрим другие видео об игрушках. Не забывайте подписываться на канал. Большое спасибо за внимание. До свидания.